Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики моего канала. Мне очень приятно вас видеть на просторах моих видеообзоров, где мы вместе с вами узнаем о новых и невероятных идеях из мира криптовалют. Проект, о котором сейчас пойдет речь, не исключение, так как вся его концепция, функционал и особенности направлены на решение уже имеющихся в нашей жизни проблем. И называется данный проект Clarus. Важно отметить, что Clarus – это один из немногих проектов, присутствие которых позволит качественным образом трансформировать всю классическую арбитражную систему судов, где, собственно, люди привыкли решать какие-то свои имеющиеся проблемы и разногласия. Однако, насколько бы ни была привычна система арбитражных судов в той или иной стране, в ней все же присутствуют бюрократические моменты, а также много несправедливых ситуаций, когда связи или же деньги решают не вашу пользу. При этом все эти судебные процессы могут тянуться не только неделями, но и месяцами, что морально вас выбивает не только из колеи, но и заставляет лишний раз думать о неразрешенных проблемах. И все это происходит в мире, где уже не первый год активно развивается одна из самых лучших на данный момент технологий, а именно технология блокчейн. И как вы уже, возможно, догадались, основатели Clarus намеренно использовали именно ее в качестве основы для реализации своего проекта. Так в чем же уникальность Clarus, спросите вы? И мой ответ будет в том, что благодаря децентрализации, а также специально разработанной автоматизации, команде специалистов удалось создать арбитражный суд нового революционного поколения, где все возникающие споры и разногласия будут разрешаться быстро, четко и более прозрачно, чем это сейчас есть в традиционном виде. То есть Clarus позволит всем нам не только качественным образом упростить нашу с вами и без того непростую жизнь, но и сделать это в сотни раз эффективнее. Но чтобы до конца вам понять принцип действия Clarus-системы, предлагаю разобрать небольшой пример. Допустим, вас зовут Алиса, и вы решили на свадьбу заказать у кондитера свадебный торт. Вы определились с датой, весом, начинкой и внешним видом самого торта. Все хорошо, вы заключили договор, но в назначенный день X ваш торт прибыл немного не в том виде и не совсем с тем вкусом, который вы ожидали. При этом заказчик уверен, что он выполнил все условия вашего с ним договора. Кто прав, а кто виноват, вопрос риторический. Однако Алиса недовольна, и она хочет вернуть за испорченный торт деньги. Рассматривать же этот спор в классическом арбитражном суде будет очень и очень долго. Причем неизвестно, что именно повлияет на решение данного суда. Но с Clarus сделать это можно значительно быстрее, ведь вся система Clarus построена таким образом, что для решения любого возникающего спора будут задействованы три независимых агента, или как их еще называют, в суде жюри, каждый из которых будет напрямую связан с той или иной сферой, откуда собственно и поступил спор. То есть для решения спора в сфере кондитерских изделий будут задействованы пекари и такие же поставщики услуг. Если бы это была сфера дизайна, то задействовались дизайнеры и так далее. Я думаю, суть вы уловили, так как помочь разобраться с имеющимся спором помогут так называемые жюри, каждый из которых лично получит письмо с подробным изложением сути имеющегося спора, где он ознакомится с мнениями разных сторон и без каких-то предвзятых отношений произведет свой анализ и примет соответствующее решение. И как я уже упоминала, жюри будет трое, поэтому на стыке их решений и примется тот или иной вердикт, что я считаю очень удобно. Тем более данный процесс способен в десятки, а то и в сотни раз увеличить скорость разрешения всех возникающих споров и проблем между участниками абсолютно разных сфер, даже если возникли они в рамках других децентрализованных приложений. И что самое главное, благодаря Clarus люди со всего мира наконец-то приобретут честную систему арбитражного суда, где отсутствуют какие-либо бюрократические схемы, а также другие негативные факторы, что я считаю очень важно, ведь это коренным образом отразится на качестве нашей с вами повседневной жизни. Узнать же более глубокие детали и особенности проекта вы сможете посредством официальных социальных ресурсов проекта Clarus, ссылки на которые вы найдете в описании под этим видео. А на этом мой обзор плавно подошел к его логическому концу. Надеюсь, вам было приятно познакомиться с новой концепцией из мира криптовалют, которая намерена качественным образом трансформировать имеющиеся проблемы в сфере арбитражного суда. Если это так, то пишите свои мнения на этот счет в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте поддержать меня своим лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. А с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Спасибо за внимание и пока!